Наступила одна из самых активных фаз избирательной кампании и выдвижения кандидатов. Касается это всех нас вместе и каждого в отдельности, поскольку от того, кто будет представлять наши интересы, зависит и наша жизнь. Депутат должен быть народным. Хотя сегодня в названии депутата, в названии должности депутата уже нет этого слова. Раньше были советы народных депутатов и народный депутат, а он в любом случае должен быть народным. Конечно, выдвигая человека, который претендует на депутатский мандат, люди уже голосуют за него, но все-таки нынешняя избирательная кампания предполагает предоставить избирателям максимум информации о выдвиженце, а потому есть и ряд изменений, способствующих этому. Если кандидат имел судимости какие-то, они сняты и погашены, он имеет право баллотироваться. Но и избиратели имеют право знать о его прошлом, его биографию. Они должны знать, за кого они голосуют. И информацию о судимостях кандидат должен указать своих биографических данных. Также Николай Лозовик отметил, что в соответствии с новым законодательством кандидаты в депутаты должны указывать источник доходов, на которые существуют. Изменяется процедура финансирования выборов. Уже кандидаты в депутаты не будут получать из бюджета какие-то средства для изготовления печатной продукции. А эту продукцию обязаны будут изготовить комиссии и доставить каждому избирателю на квартиру. Далее введен запрет на бойкот выборов. Пожалуйста, можете приходить на выборы, не приходить. Это свобода, это право гражданина, но агитировать за бойкот не разрешается. На выборах 23 марта избирателям Брестской области предстоит определить обладателей 3039 депутатских мандатов и сформировать 220 местных советов всех уровней.